Более правильное наименование данного растения – кайенский перец, иногда эту группу называют жгучим перцем или стручковым перцем. Присутствие в названии слова «красный» – это результат прямого перевода слова «чили» с языка индейцев племени науатля. У всех жгучих перцев используются только плоды в различной степени зрелости, как свежие, так и сухом виде. При высушивании жгучесть перцев не уменьшается, но ароматическая гамма частично теряется. В официальной медицине препараты на основе жгучего перца назначаются для обезболивания, как противовоспалительное, бактерицидное и антиоксидантное. Растение стимулирует обменные процессы в организме, активизирует пищеварение. Чаще всего препараты жгучего перца применяют наружно как разогревающие, раздражающие, отвлекающие при заболеваниях костно-мышечной системы и суставов. В пищевой промышленности CA2 экстракт красного перца широко применяется прежде всего для создания острых соусов самого разного типа. Также широкое применение находит использование CA2 экстракта красного перца в напитках, в первую очередь овощных и томатных соках, для придания им остроты и приятного привкуса. Еще одна большая сфера применения CA2 экстракта красного перца – это овощные консервы и готовые консервированные блюда, такие как лобио, печеная фасоль, баклажаны и различные овощные смеси. Применяется также в качестве добавки к маринадам, как для овощей, так и для мяса, птицы и рыбы. Применяется в мясных и особенно в рыбных консервах, в составе пряно-ароматических композиций. CA2 экстракт красного перца также входит в состав ряда готовых купажей компании Биоцефтика. Среди наиболее удачных можно выделить купажи перечный и острая паприка. Они же являются основой для одноименных заправочных масел. Более ограниченно CA2 экстракт красного перца применяется при создании крафтовых сортов мороженого и кондитерских изделий. В фармацевтической промышленности CA2 экстракт красного перца используется в первую очередь как основной действующий ингредиент перцовых пластырей. Также широко применяется в составе препаратов против обморожения и целом ряде других. CA2 экстракт стручкового жгучего перца, Биоцефтика, представляет собой текучую маслянистую жидкость красно-оранжевого цвета с жгучим, ярко выраженным, характерным запахом. В ходе хроматомасс-спектрометрических исследований выявлено несколько сотен соединений, в составе из них идентифицировано более 40.